В Югре растет число велосипедных краж. Только с начала месяца зафиксировано 50 таких преступлений. И, как отмечают полицейские, зачастую в этом виноваты сами владельцы двухколесного транспорта. Они оставляют свои велосипеды непристегнутыми. Недавно этим воспользовалась жительница Ханты-Мансийска. Она увидела у торгового центра оставленный без присмотра и защиты велосипед. К слову, он стоит более 30 тысяч рублей. Югорчанка решила присвоить транспорт себе. Похитительницу быстро нашли. Теперь ей может грозить до 5 лет лишения свободы.